Алло? Алло? Это служба исполнения самых заветных желаний? Да, это служба исполнений самых заветных женских желаний. А представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Кривонос. Марина Геннадьевна. Мариночка, что вы хотите? Самые смелые фантазии. Хорошо, приступим. Итак, Мариночка, вы заходите в большой магазин женской одежды. Да. На полках горы разноцветного тряпья. О, да. Кучи всевозможного барахла. Да. Вы поворачиваете голову и видите кофточку из новой коллекции. Да. Воротничок стоечка. Рукавчик три четверти. Я хочу ее. Я хочу войти в нее. Вот здесь вот такая юбочка. Здесь вот такая прозрачная вставочка, да. Здесь волан, да. Здесь кружавчик, да. Оборочки, тут кармашек. Можно помедленнее? А, хорошо. Пуговочка. Ой. Да, а вот тут такой замочек. Да. Он расстегивается, застегивается, расстегивается, застегивается. Побыстрее. Расстегивайте, 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 расстегивайте. Побыстрее! Расстегивайте, расстегивайте. Ну что ты фочишься, как черепаха? А все, молния сломалась. Слабак! Вот сейчас скажи что-нибудь приятное. На эту юбочку скидка 20%. Еще. 30%. Еще. 40%. Еще. 50%. Еще. 60%. 70%. 80%. 90%. 100%. Я в кайфе. А вот здесь вы видите пальто. Такое красивое, красивое. Погоди, погоди, погоди. Дай-ка мне дух перевести. О-о-о, ты творишь чудеса. Так, ух, давай сменим позицию. Хорошо. Вы заходите в обувной отдел. Ох! Тысячи всевозможных туфель. Полки до потолка. И потолок такой красивый, с лепниной. Не отвлекайся. К делу, к делу. Хорошо. И тут вы видите туфли своей мечты. Ой. Носочек лакированный, пяточка открытая. Ой, я сейчас куплю. Держитесь, Мариночка, держитесь. А золотые пряжечки... Ой, я сейчас куплю. И мешочки такие узенькие. Ой, я не могу, я сейчас куплю. Если я сейчас не куплю, я умру. А каблучок такой тоненький, замша мягенькая. Подкладка изнутри золотого цвета. Алло? Алло? Мариночка, что же вы не реагируете? Я купила 4 пары. Так что, все, до свидания? Нет, ну как до свидания? Ну как до свидания? Я только начала покупать. Я только в обувном начала покупать. Это мужчина. Зашел раз и купил. А у женщины, знаете ли, хорошая покупательская способность. Она может покупать и покупать. Покупать и покупать. Потом, правда, немного отдохнет и опять покупать, 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 покупать. Давай, продолжай. Итак, вы заходите в ювелирный. А!
Я все. Как все? Мы же еще не вошли. Со мной такое бывает. Меня даже лечили. Вот так вот зайду, раз и куплю. Я даже на улице что-нибудь покупаю. Ну, да что там на улице купишь? Там даже купить-то нечего. Слушай. Да. А вы исполняете самые изощренные фантазии? Мариночка, у нас нет запретных тем. Тогда скажи, что я вижу. Я просто немножко стесняюсь. Ну, ничего плохого не подумай. Скажи, что я вижу байковый халат с Микки Маусом XXXL. Вы видите байковый халат с Микки Маусом. Еще. Вы видите байковый халат с Микки Маусом. Еще. Вы снова видите байковый халат с Микки Маусом. Ой, еще раз сделай. Опять видите байковый халат с Микки Маусом. Боже, что это? А, так это же байковый халат с Микки Маусом. Ой. Байковый халат с Микки Маусом. Ай. Байковый халат с Микки Маусом. Ой. Байковый халат с Микки Маусом. Так, все, стоп. Фух. Ну почему же, Мариночка? Я больше не могу. У меня голова разболелась. А подождите, а представьте толстые, вязаные рукавички из козьего пуха. А теперь представьте зеленые вязаные гольфы. Ты знал! Ты знал! Ух ты! Резиновая рыбацкая лодка с двойным дном. Чего? А на дне лодки лежит шикарный байковый халат с Микки Маусом. Да ты волшебник! Послушай, многоуважаемый человек на том конце провода. А можно я вам завтра еще позвоню? Господи, звоните! Ведь мы точно знаем, чего действительно хотят женщины.